Привет, парни, привет, девчата. С вами вновь я, Виталий. Сегодня мы продолжим тему о плоской земле, которая интересна любителям этой концепции о физическом строении нашего мира. И вы, когда кликаете на это видео, вы думаете о том, что здесь я буду говорить о физическом строении мира. Нет, ребята, можете идти там искать себе то, что вы ищете. Здесь говорится о совершенно другом. Здесь говорится о концепции плоского мира, которая непосредственно помогает нам достигать успеха, и достигать своих целей, добиваться результата и так далее. Поэтому это видео для тех, кто ждал от меня такого ответа о достижении цели на плоской земле. Непосредственно я сегодня обращаюсь к автору комментариев к моему предыдущему видео. Вот эти комментарии писал. У него такой замечательный аватарка, у него такая солнышко, да? Не знаю, парень это или девушка, но, вероятно, все это парень писал. Поэтому я для него и для всех других подписчиков, которые интересуются этой темой или любопытствуют этой темой, сегодня хотел бы поговорить о том, как создавать то самое небосвод на плоской земле на вашей, в вашем сознании. Откуда появляется небосвод? То есть для того, чтобы вообще говорить о каком-то результате, о каких-то действиях на плоской земле, когда вы спрашиваете меня о том, как же это, на каких примерах мы можем это узнать, на этом убедиться в том, что это реально работает, таким примером будете вы сами. То есть я буду сейчас вам показывать простые вещи, которые вы применяете, сразу на себе применяете и смотрите свое ощущение, внутреннее ощущение. Итак, поехали. Поехали, как всегда, с чего мы рисуем нашу так называемую схему существования плоской Земли. Итак, наша цель с вами создать вот этот небосвод над головой, как говорят, да, любители и те, кто доказывает, что физически существует плоская Земля. Она для начала должна оказаться в вашем сознании, это плоская земля. И что мы должны сделать? Как это небосвод создать? А это очень просто сделать. Что для этого мы можем себе представить? Вот этот небосвод, в качестве чего мы это представляем себе? Как мы говорили в предыдущих видео о том, что на плоской земле живут богатые люди, и вы многие сразу кликаете узнать, как же там богатые, где же они живут, я тоже хочу туда же попасть, в это же место, да. И в этом месте существует, как я сказал, такая тема ответа, который приходит вам в плоском мире. И там же слово прозвучало «ответственность». Так вот, с этого и начнем. Главного слова, главного навыка, который у многих у вас нету, и либо вы в соответствии с тем, что слово «ответственность» влечет за собой часто негативные какие-то ассоциации с нашими чувствами, с нашими эмоциями, с нашими с разными психологическими состояниями. Так вот, слово «ответственность» здесь очень важное слово, потому что границами этого плоского мира в нашем сознании эти границы образуют именно слово «ответственность». Вот эта граница, она образуется с помощью ответственности. И никакого другого способа образовать над собой, как говорится, основу плоской земли, для того, чтобы увидеть ту самую физическую плоскую землю, вы не найдете другого основания. Основание только одно – наша ответственность. И это слово за собой влечет, конечно, различные аспекты и различные ассоциации у нас. То есть мы знаем об ответственности перед законом, об ответственности соблюдения правил там, и так далее. То есть это слово такое достаточно официальное, даже официозное такое слово, неприятное нам. Но в то же время это слово «ответственность» нам приносит множество позитивных сторон в нашу жизнь.
Так вот, сейчас мы будем говорить о двух простых вещах. То есть вы должны вместе со мной посмотреть на себя и это слово применить к своей собственной жизни, чтобы понять, как попасть на плоскую землю. Для этого нам нужно создать границы нашего сознания, границы нашего пространства. И эти границы создаются с помощью ответственности, повторюсь. Итак, смотрим на себя, вот на меня смотрим, на меня. Я одет, это мой что? Я одет, я выгляжу как-то, да? И вы тоже как-то выглядите. За образ, который вы из себя представляете, вы несете ответственность, не правда ли? Вы отвечаете за то, что вы на себя одели. Вы отвечаете, как выглядит ваша голова, какая у вас прическа, да? И так далее. Вы за это отвечаете, вы с этим согласны. Я уверен, вы согласны сказать, да, я за это отвечаю. Я выгляжу по-разному, правильно? Это мой внешний образ. Так вот, первая составляющая ответственности, границы вашей ответственности, это ваш внешний образ. То есть ваш внешний образ формирует первый уровень вашей границы ответственности. Фактически мы говорим о вашей, да, внешнем виде, вашей одежде, вашем облике, вашем обаянии или необаянии и так далее. Но далее мы переходим к такому слову, как тело, внешний вид вашего тела. В каком теле вы находитесь, довольны ли вы своим телом? Это уровень вашей ответственности, первый уровень вашей ответственности. Соответственно, вы смотрите на себя в зеркало и говорите себе, я отвечаю за этот уровень ответственности, за этот уровень ответственности. Я отвечаю, как я выгляжу, я отвечаю за свою физическую форму, я отвечаю за свое здоровье, я отвечаю за свой внешний вид, какая на мне одежда одета, да, и так далее. То есть я за это отвечаю. Правильно? Никто вас за это не накажет, ничем вас не ударит за то, что вы плохо выглядите, или вы выглядите не здорово, скажем так, да, вы упитанный человек, да, или наоборот худой человек и так далее. То есть, но вы должны понять о том, что это первый уровень вашей ответственности, который формирует границы, вот этот купол формирует нашего, я непосредственно о себе говорю, моего плоского мира, правильно? Согласны вы, что это мой уровень ответственности, и ваш уровень ответственности такой же? Поэтому вот простой пример. На этом примере что мы можем сделать? Какой цели вы можете добиться? Соответственно, цели необходимо это добиться. Для чего? Для того, чтобы ваши границы были сильные, мощные границы. Уверенность у вас была в этих границах. Вы имели высокую самооценку в этих границах. Ваше сознание будет иметь хороший купол, правильно? Хорошие границы, мощные. Для этого вы ставите перед собой цель быть хорошо одетым, хорошо, современно, мужественно выглядеть. Ваше тело должно быть стройное, физически крепкое, здоровое и так далее. Да? Вот, пожалуйста, вам простая цель для вашего достижения на плоском мире. Чтобы ее достичь, вам необходимо совершать определенные действия. Вы скажете, о чем я говорю? Да, именно о том, что вам надо начать формировать свой внешний образ. Сначала к этому надо прийти, к внешнему образу, чтобы именно появились у вас эти границы плоского мира. И далее, о чем мы можем говорить далее? Далее мы говорим о вашем внутреннем образе, внутренней ответственности. Второй уровень, важнейший уровень вашей ответственности, который окончательно формирует ваши границы вашего плоского мира, это уровень внутренней ответственности, внутреннего образа. Внутренний образ. А внутренний образ у нас складывается из чего, в первую очередь? Из наших чувств и эмоций. Так вот, когда мы говорим и на первом уровне внешнего образа, и на втором уровне нашего внутреннего образа, когда мы говорим, что мы не отвечаем за наш внешний образ, мы не отвечаем за наш внутренний образ, а кто-то другой отвечает, кто-то другой виноват, что я вот так выгляжу, кто-то другой виноват в том, что я вот так себя чувствую, у меня такое вот настроение испортилось, потому что вот этот человек виноват, или вот это какая-то ситуация виновата, или что-то еще, вы перекладываете ответственность на другой субъект, на другого человека, на другое какое-то событие, неважно. Вы с себя снимаете ответственность. Вы снимаете ответственность, сразу вы
ваши границы вашего плоского мира исчезают, исчезают. Ваше сознание вновь становится шарообразным, оно имеет состояние бесконечного пространства и все такое. Итак, для того, чтобы ваши границы сознания укрепились и вы оказались на плоской земле, необходимо сказать себе, что я отвечаю за свои чувства и эмоции. Я испытываю чувства и эмоции только те, за которые я отвечаю. Понятно? Это никто не виноват в этих чувствах и эмоциях, которые вы испытываете. Не надо перекладывать на кого-то, на кого-то другого, потому что я вот рассердился, или меня обидели, там, или мне это не нравится, как со мной разговаривают, как ко мне относятся и так далее. То есть вы на кого-то перекладываете ответственность за ваш внутренний образ, который складывается из ваших чувств и эмоций. Это важно. То есть это второй важнейший уровень создания границы вашего плоского мира. Плоского такого мира. Вы без этого не сможете дальше двигаться именно к состоянию развития движения прямолинейного, вот это движение в плоском мире. Во времени двигаться там вы не сможете, пока вы не возьмете ответственность на себя полностью за ваш внешний образ и за ваш внутренний образ. Таким образом, друзья, перед вами может стоять простая цель, да, которую вам необходимо сейчас достичь. Это согласиться с тем, что ваше состояние внутреннее – это результат вашего какого-то действия или бездействия. Это ваши эмоции, ваши чувства. Поэтому, друзья, пожалуйста, вот вам пример. Работайте над своими чувствами и эмоциями. Работайте. Сделайте уже ответственным себя за те чувства и эмоции, которые вы испытываете. Ни на кого не надо перекладывать ответственность. Говорите себе так, перед зеркалом встаньте, скажите, я отвечаю за свои чувства и эмоции. И у вас сразу появится внутреннее ощущение уверенности, силы появится у вас. Силы, вы сами себе говорите, я отвечаю за это все. Я отвечаю, я беру на себя ответственность. Я беру решение этих проблем на себя и так далее. То есть первый и второй уровень создают нам самые важные границы вашего плоского мира, которым вы затем будете двигаться дальше. А следующий шаг нашей ответственности совершенно понятный, совершенно ясно будет, какой происходит после того, как мы создали внешний и внутренний образ ответственности. Нас поэтому далее уже плоский мир принимает и начинает с нами что? Диалог. То есть в плоском мире вы вступаете в диалог. Нам нету вопросов-ответов. То есть сказал что-то туда, а тебе ответ должен прийти какой-то, да? Спросил типа там, и тебе должен ответ прийти. Нет, в плоском мире такого нет. Никто там не отвечает на ваши вопросы. Вы отвечаете сами, ваша ответственность, имеется ваша ответственность. Вы отвечаете, понимаете? То есть когда вы придете к состоянию ответственности за внешнее, за внутреннее состояние свое, тогда вы услышите внутренний ответ. Внутренний ответ будет у вас в диалоге вы будете находиться. То есть вы дальше, следующий уровень будет какой у вас, имеет отношение со своими словами. То есть со словами, то есть что вы говорите, правильно говорите или неправильно говорите, соответственно, в то же время это внешнее проявление ответственности за свои слова, то есть что вы говорите, как вы говорите. И второе, ваши мысли, второе состояние мысли. То есть я начинаю думать над каким-то решением, и соответственно эти мысли мы излагаем какими-то словами внутренними. И то же самое вы говорите себе, что я отвечаю за эти мысли, за это состояние размышления, внутреннее размышление. И эти состояния основываются на чем? На том, что вы ранее взяли ответственность за свои чувства и эмоции, и взяли на себя ответственность за свой внешний образ. Все, понимаете? Вот тогда вы окажетесь на плоской земле и начнете понимать эту тему, как на практике достичь там целей на плоской земле. Таким образом, друзья, вам много работы здесь, много. Много работы, как достичь этих простых целей. Начните достигать эти цели вашего внешнего образа, вашего внутреннего образа, вашей способности произносить слова, произносить речь какую-то, да, вступать в диалог, убеждать людей,
просить людей, показывать людям свое мнение, свое отношение через слова, мысли свои записывать, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть работы у вас очень много, навыки необходимо вам вырабатывать. Первый навык и самый главный навык – навык ответственности, о котором я говорил, когда записывал видеоролик про «Богатые живут на плоской земле». Так вот, богатые живут на плоской земле, потому что у них очень крепкие границы их сознания. И эти границы создаются уровнями ответственности. Ответственность – главное слово. Поэтому вам желаю всем прекрасных выходных, праздничных дней, ответственности, научиться этой, принимать ее, эту ответственность, не бояться этой ответственности, начать ответственность за свой внешний облик, за свой внутренний облик, ответственность взять на себя, за свои слова, которые вы говорите, ответственность, и эти слова, которые вы проговариваете у себя в своем сознании, в своих мыслях. Поэтому, друзья, всем вам пока, с вами был Виталий, будьте здоровы, счастливы. Подписывайтесь, лайкайте, если вам это было интересно, любопытно. Но во всяком случае, ответственность – это первый уровень создания плоского мира. Всем пока-пока.